Лучше в районе начальная школа. Вот. А это многие снимают квартиры, чтобы детей отправить учиться. А это вот 2 дня назад запустили новую дорогу. Вот она. Эти самые мост запустили. Сейчас покажу 46-й автостраду. Расширяют, делают там скоростные линии. И построили новый мост. А по новому мосту пустили уже машины. Старый что будет ломать или реконструировать. Вот такие изменения, да. 100 метров до метро.